У меня осталось 3% от батареи. Просто покажу номер. Такая картина огромная. 500 подушек. Тоже Лера вот взяла и испортила всю комбинацию. Так было красиво застелено. О, ручечка. Вот зеркальный шкафчик. Там сейф. Тут, значит, холодильник, а в нем всякие напитки. Притом нам сказал дядька на ресепшн, что алкогольные за деньги, а безалкогольные включены в стоимость номера. Типа можно пить. А тут у нас что? Ну так. Вот так все красивенько. Вон тапочки есть, как Дима и предполагал. Дима мои кроксы отобрал и выбросил из чемодана. Говорит, там тебе тапки выдадут, как приличные. И а точно. Вот это, считаешь, открывается или это для красоты? Вот не знаю, нет у меня никакой мысли на этот счет. Пол пятого по израильскому. А мы еще не спим. Но зато уже покушали. Тут еще диван. Можно кого-нибудь пригласить. На диван пригласить? Да. Сейчас раздастся храп, Лера заснула. У нас через 2 часа уже завтрак. Давай, пошли спать. Все, отключаюсь.